Мы рады приветствовать вас на нашем эксклюзивном вечере. Огромная просьба убавить яркость экранов ваших смартфонов на миг и выключить звук. Напоминаем, что после концерта будет организована фотосессия с артистами. И, пожалуйста, оставляйте свои отзывы о концерте, где и как хотите. Для нас это очень важно. Вечера. Jetzt suchst du mich und hast
hast Sehnsucht nach mir. Nun freu dich, uns beide trennt nur noch ein winziges Stück. Wenn ich dich rufe, hält dich nichts mehr zurück. Getrieben von Träumen und hungrig nach Glück. Спасибо, что осветили зал. Вот, а я все самое важное сказал за кадровым голосом, дома записал. Это еще и запись. Зачем же это? Да, дорогие друзья, у нас для вас небольшой конкурс. Сразу так, с лету. Да.
веселый конкурс. Две песни держались все-таки. Технический конкурс. Как это будет организовано? Технически как? Вы видите перед собой на сцене двух артистов. Это мы, в смысле, трех артистов. Трех артистов? Да. Двух с половиной. Один сидит хамски. Мы стоим, а он сидит. Ничего, работа такая. Зато он много работает руками. Да, верю, видел. Как вы считаете, как вы думаете, как вам кажется, на кого, на каких персонажей мы сегодня похожи с Ярославом? Свои варианты пишите на бумажечках, да, насколько я понимаю, бумажечки. На каких персонажей массовой культуры, например? Массовой культуры, массовой. Мировой массовой культуры, художественной культуры. Персонажей фильма, мультфильма, комикса, чего угодно. На кого, кого мы вам напоминаем сегодня, пишите. А теперь, не внимание, сюрприз для моих администраторов. Сюрприз для твоих администраторов. Есть кто-нибудь из моих администраторов? Да, то есть ты так и не сказал. Да, нет, я забыл, меня гримировали. Мне уже 20 лет. Тебе мозги запудрили? Меня надо гримировать. Я с вами потом поговорю. Коробочка нужна. Нужна коробочка. И ручечка. Да. И вы в течение антракта напишите варианты ответов и напишите номер... Нет, не номер телефона. Это стола. Нет, лучше почтовый адрес. Mail. Индекс? Mail. И индекс с нами. Нет, лучше mail. Может, номер стола? А я сразу тогда. И кто угадает, до песни подсказки будет песня подсказка. А первая, она же единственная. Кто угадает до того, как мы попробуем как-то отсортировать все записки. Тот получит два билета. Смысле, да. Тот получит два билета на спектакль «Дон Жуан». Не рассказывай. Лично от меня. Из рук в руки? Ну, да, с почты на почту. Как вариант. Дата закрытая. Специально под вас закрытая дата. Послезавтра, специально, ближайшая. Вы будете одни в зале. Но если это произойдет прямо сейчас, если у вас есть уже вариант, я готов даже с открытой датой предложить билет. Два билета. Два. На двоих. А если семья, все ладно. Остальное можно как-то уже позволить себе. Это все-таки не самое главное. Главное, чтобы... Ты считаешь? А кто? Что вы считаете? Что самое главное сегодня в нашем вечере? Главное, чтобы... Если хотите, можете не смотреть.
тебя? Да. Куда? На меня. А, на тебя? Да. Слушать мне все равно придется. Где бы вы ни были. Если меня слышно, да? Давайте не будем подмочивать репутацию нам. Чуть-чуть размочим лучше звук. Не такой сухой, если можно. Always here.
Ну, у кого-то варианты есть. Как договаривались. Надеюсь, там хватит. Спасибо, хорошего вечера. Возможно, да подождите. Возможно, ради этой песни. Да не надо, аккуратно только там. Просто закройте. Пока. И не рассказывайте никому. Возможно, ради этой песни все стерлось. Нет, тот, который сейчас будет. Вы можете прям вот так стоять и петь там. Много труда не надо. Так, ну, Артём, давай. Чуть это лирическая песня. Твоя серденько, холю.
Да, я помню. Добавим еще немножко политкорректности. Красивейшие песни на украинском языке. Исполняется мной впервые. Света побольше. Нас не видно, мы все-таки красивые. Спасибо. Иван Ожогин. Красавец. Артем Пантелеев. Артем Пантелеев. А можете нам выключить стробоскопы, а то мы эпилептики. Скоро станем. Вот. Спасибо.
Хорошего тебе выступления сейчас. В смысле? Ну, я занимаюсь так, организационной работой. Вот я тут, понял. То, мне кажется, вас немножко должно раздражать. Как вам? Это мы тут немножко по творчеству. Ой. Ярослав Байронов. А Иван Ожогин. Программу мы решили собрать... разнообразную, частично неожиданную. У нас просто этот эффект в Jesus Christ Superstar, на, когда печами бьют. И у меня прямая ассоциация. И у меня тревожность повышается. Можете что-нибудь сделать, умоляю вас. Ну хотя под нынешнюю песню, под следующую она прекрасно подойдет, и этот эффект жуткий. Нет, вообще мы не хотим. Вот, да, вот это круто. Клево, когда ничего не происходит. Это все происходит вот здесь. Вот здесь. Вот там. Значит, сейчас, вы поняли, у нас была эстрада. Все починили, вы ушли. Все починили. Не надо антракт делать. Не надо, сказать. Не надо. Что значит не надо? Мне в любом случае подойдет. Мне внизу организаторы говорят, делайте антракт. Делайте антракт. Серьезно? Зачем? Ну, не то чтобы администратор. Утомились. Нет, все уже хорошо. Давайте наслаждаться дальше. Не будем делать антракт сейчас, сделаем его позже. И не забывайте, пожалуйста, про конкурс. Да? Для фотки, да? Ребят, сейчас долгожданная песня. Thank you.
отпускай весну. Песня, которая должна была прозвучать в финальных титрах к фильму «Движение вверх». «Домой».
Вячеслав, ждем вас. Где же вы? Я все время подслушивал, так и не мог. Напоминаем, что коробочку сейчас нам дадут в руки. Коробочка будет лежать здесь. Вот здесь коробочка будет лежать. Коробочка будет. Тоже будут у вас. Если будут варианты какие-то, набрасывайте, накидывайте. А вот и коробочка. Если что, это не Ванда Вижн. Я просто подумал, что если соединить два костюма, то получится Вижн. Как раз. Есть бумажечки. Но это не Вижн. Понимаю, что не очень удобно. Как в школе? Что? Давайте я вот сюда поставлю. Здесь есть бумага и ручка. Но здесь салфетки и наверняка тоже ручки. Удалось нам чуть-чуть улыбку у вас раззадорить хотя бы? Да уж. Или какие-то другие? Мы еще не пытались, да? Нежные, да? Mm-hmm. А я знаю, что нужно сделать. Нужно давить на ностальгию. Надо ничего давить. Нет, сейчас будем давить на ностальгию. Не дави. Нет выбора. Не дави. Такая песня. Давление на ностальгию. Not to see, but if you are.
Ярослав Аянов. Иван Ожогин. Аплодисменты. Прошу вас, коробочка. Ассоциации. Антракт. В роли коробочки косметичка.